Конец света мы отменили, а вот погодные условия никто не отменял. Ну, как говорится, физические карты закончились. Будем производить прогноз погоды на том, что есть. Анатомическая карта человека. Итак, в горной местности, Света, прости, скорее всего, в холмистой. Ожидается, может быть, первый, скорее всего, нулевой размер тепла. Чуть-чуть южнее ожидается ураган. В животе ураган, ай, эспумизан. Еще чуть-чуть южнее, в зоне повышенной влажности. Света, ну прости. Ожидается выпадение осадков. Ну и в желтых водах. В желтых водах ожидаются порывы сильного ветра. Нехай проблемы та негоди не прийдуть вам на жовті води.